Привет, друзья! Купил я себе вентилятор новый, но проблема в том, что даже на первой скорости он дует очень быстро. Из-за этого он еще и очень сильно шумит, особенно ночью. Спать невозможно. Сделать скорость меньше невозможно, я говорил, что это первая скорость. На второй, на третьей, соответственно, он крутит намного сильнее. В общем, изучив проблему, почитав, посмотрев видео в интернете, вот, народ предлагает, значит, вставить в корпус вентилятора конденсатор. Вот, я нашел подобный конденсатор у меня дома, значит, 400 вольт и 2,5 микрофарата. Такая коробочка черная. Вот, я уже замотал, но в начале и в конце видео будет фотография, посмотрите. На что я сделал? Чтобы не втыкать это все, значит, в корпус самого вентилятора, так как это может на гарантию повлиять, например, да, я сделал вот такой вот удлинитель. Вот с одной стороны, видите, вилка обыкновенная, вот я ее втыкаю, да, удлинитель. А с другой стороны, получается вот такая вот мама... розетка. И вот эта вот коробочка и есть сам конденсатор. Значит, один провод идет напрямую, а второй идет через вот этот конденсатор. Причем он как бы не имеет полярности, неважно какой стороной вы подключите провода. Вот. Смотрите, что будет дальше. Значит, вы видите, как он крутит, с какой скоростью. Теперь я вытаскиваю отсюда и включаю, извините, одной рукой неудобно, и включил вот в эту вот, в маму, вот эту. Видите, вот так получилось, да? Теперь посмотрите, насколько тише дует. Включаем вторую скорость. Немножко быстрее заработал. Включаем третью скорость. Сразу быстрее заработал. Сейчас примерно вот эта вот третья скорость работает как первая, даже медленнее, чем первая была до этого. Без конденсатора. То есть еще раз, значит... Я брал с запасом, точнее, какой у меня был дома. У человека на видео я видел, у него, значит, был на 400 вольт и на 4 микрофарата. У меня же такого не было, я поставил на 2,5 микрофарата и на 400 вольт. Вот. То есть вот что у меня получилось. По-моему, в принципе, неплохой результат. Спасибо всем, кто смотрел. Может, кому понравилось, поставьте лайк. Мне будет приятно.